Итак, тестирую Surron на мощной батарейке и контроллере от Yamax. Сказали, я буду под впечатлением. Ну, на эко-режиме так весело, конечно. Опс, буксуют колеса, буксуют. Ой, буксуют, ой-ой-ой. Так, неплохо, неплохо. Неплохо. Ой, неплохо на эко. Мне в горку тормозов не хватило. Остановиться там, где я хотел. Так, что тут есть? Торможение рекуперации прикольное. Блин! Ему явно тормозов не хватает. Лететь в такую горку. Так, ладно, ладно. Сейчас плавно проеду. А вот там чуть дальше. Получается, в этот подъем длинный. Я сразу на стоковом Surron'е, он не залетает. Он еле уже затягивал. Сейчас проверим. И это страшно. Это очень стрёмненько. Вау! Красота! Рук не чувствую! Да, тюнинговать стандартный Surron нужно, начиная с подвески и тормозов. Жесть! Ну вот сюда я уже не мог на стоковом Surron'е заехать на скорости. Он еле... Ну то есть, в такие уклоны он очень медленно и плавно ехал. А тут руки в подъем отрывает. О, Yamax делает вещи! Не, ну и Surron, конечно, классная штука для тюнинга. С его весом охренительный аппарат. Все, главное съехать аккуратненько.
Офигеть. Офигеть. Ой, мои руки. Ой, какой склон-то стрёмный. Стрёмный склон, стрёмный. Ой, все, меня тут не было, если что.